Основные фразовые глаголы, часть 120. Фразовый глагол get down. Phrasal verb get down. Мы с вами уже прошли несколько фразовых глаголов с get. Наверное, самый легкий это get up, вставать. Но есть и другие, в том числе get down. Итак, есть несколько основных значений get down. А первое значение это записать. В принципе, синоним write down. Например, это слово новое для меня. This word is new for me. Я запишу его. I'll get it down. I'll get it down. Далее. It's important. Важно. To get down. To get down all new English words. Важно записывать все английские слова. Ну, некоторые так думают. I partly agree with it. Я частично согласен с этим. I partly agree with it. It's important to get down only most common English words. It's important to get down only most common English words. It's important to get down only most common English words. То есть важно записывать только распространенные, наиболее часто используемые английские слова. И второе значение get down это раздражать, наводить депрессию, например. This wet weather, дословно это мокрая погода, gets me down, gets me down, то есть раздражает меня, annoys me, annoys me, раздражает меня. Далее. Она никогда не отвечает на мои звонки. She never answers. Never. She never answers my phone calls. It really... It действительно действует мне на нервы. It really gets me down. То есть я в таком вот депрессивном состоянии. I feel depressed. I feel depressed. Ну, замечательные примеры. Как бы ничего не скажешь. Давайте еще раз их только закрепим. Значит, get down. Первое значение это write down, записать. This word is new for me. I'll get it down. Далее. It's important to get down all new English words. I partly agree with it. It's important to get down only most common English words. Это же get down, раздражать, действовать на нервы. This wet weather gets me down. Конечно же. Мы как бы как раз с вами второй раз как бы закрепляем и заодно убираем все опечаточки. This wet weather gets me down. Wet weather – это it, поэтому it gets. This wet weather gets me down. Annoys me. Далее. She never answers my phone calls. Она никогда не отвечает на мои звонки. It really gets me down. So I feel depressed. Или я в плохом настроении. В плохом настроении это такая вот устойчивая фраза. I'm in a bad mood. Mood – это настроение в английском. I'm in a bad mood.